Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете. День добрый. Меня зовут Наталья Резник. Город Пенза. Группа компании «Дионис». Директор по развитию. Расскажите, пожалуйста, компания «Дионис». Вы ритейлер, у вас торговые площади. Расскажите, очень интересно. Мы прежде всего продуктовый ритейл. Мы на рынке уже более 25 лет. У нас больше 120 магазинов. Мы имеем два формата. Один формат – это дискаунтер, называется «Скидкино» в Пензенской области. А второй формат – это супермаркет «Караван». Ну, это площадь уже от 1000 квадратных метров, форматный, собственный, пекарней, замечательный супермаркет. Отлично. И предыдущий год, он подсказал нам, конечно же, следующий вопрос. Мы всех наших спикеров будем спрашивать, как вы пережили тот год, насколько это было сложно и как изменилось количество ваших торговых площадей и точек. Может быть, оно уменьшилось, может, оно увеличилось, может быть, вообще никак не заметили пандемию. Ну, хороший, на самом деле, вопрос. Мы очень часто прошлый год вспоминаем. Он для нас явился неким рубежом. Мы пересмотрели свои форматы, четко определили, в каких направлениях мы дальше будем развиваться, что у нас нет каких-то промежуточных историй, есть четко два. И мы только наращиваем обороты. То есть мы поставили себе в задачу увеличить количество точек как формата дискаунтер, так и формата супермаркета. Никаких сокращений у нас нет. Отрадно это слышать. И такой вопрос, так как выставка имеет некую специфику, расскажите, пожалуйста, про торговые площади, насколько вот арендная плата, насколько она была, вот как бы ударила по бюджету, не ударила, или у вас арендодатель шел на какие-то уступки? Ну, я благодаря вашему каналу хотела бы сказать спасибо нашим арендодателям. Мы, конечно же, в критические месяцы обратились к ним с просьбой о снижении аренды. Не могу сказать, что кардинально сильно, но все-таки попросили дисконт. И надо сказать, что все наши арендодатели ключевые пошли нам навстречу и снизили аренду. Дальше мы как бы вернули все на свои места и наращиваем обороты. Не могу сказать, что сильно арендная ставка выросла, хотя из-за федеральных игроков, такие как «Магнит» и X5 Retail Group, они, не выполнив планы, конечно же, сейчас немного раскачивают лодку, вот, но мы стараемся дышать ровно и держаться выбранного курса по аренде в том числе. Мы, то есть, не поднимаем арендные ставки. Замечательно. Я пожелаю удачи вам в вашей работе. Надеюсь, следующий год станет для вас еще более успешным. Вы расширите свою экспансию дальше. И надеюсь, рынок в итоге выиграет от этого. Спасибо вам большое. Спасибо большое. По экспансии мы, да, планируем выходить в Саратовскую область. Вот такие наши планы. Саратов, ты нас слышишь. Жди. Спасибо большое. Спасибо.